Макс Ньюс. Гость в студии. Ну, здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Итак, да, в гостях у нас сегодня специалист по вопросам централизованных экзаменов Госцентра содержания и образования Каспар Шпуле. Нам можно звонить 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы по телефонам, также в WhatsApp 230-6191. Ну, стартовал учебный год, С реформы. С реформы, которая и продолжается, и будет продолжаться еще дальше. Реформа такая обширная, она затрагивает вот этот компетентностный подход, так называемый, перевод школ на латышский язык и оптимизацию школ, которая там чуть-чуть притормозила. Но вот как вам кажется, все-таки по прошествии, ну, еще месяца не прошло, но все же, насколько оказались готовы школы, учителя, в принципе, система к таким, ну, к такой революции, хотя ее и эволюцией тоже пытаются называть. Доброе утро. Да, доброе утро. Ну, сперва могу сказать, что Новый год наступил, как всегда, с всякими занятиями. Для нас в центре это самое главное время, когда мы смотрим, что в прошлом году был. И сейчас уже смотрим на результаты прошлого года. И могу сказать, что насчет реформы. Эта реформа уже давно-давно, 30 лет идет. Можно сказать, если говорим на то, что переходим на обучение на латышском языке. Я могу сказать, что ученики давно готовы перейти на обучение. Наши результаты по экзаменам тоже хорошие, если смотря на язык, которым исполняют экзамены. У нас прошлый год был первый год, когда девятиклассники сдали экзамены, государственные экзамены на своем языке, которым выбрал, да, но тексты, задания сами были только на латышском языке. Ну и первые результаты у нас есть, да, изменения нету. Значит, тогда школьники понимают, что надо делать, да, и результаты, можно сказать, так же, как в прошлые годы были. Конечно, это только на экзаменах по истории и на экзамене по математике, да, и там мы видим, что точно на школьников, русскоговорящих школьников, можно сказать, значит, меньшинство школьников, да, результаты то же самое, как в прошлом году были. Сейчас, этот первый год, когда экзамены будут, они исполнят, будут сдавать на латышском языке. Ну, тогда опять будем смотреть на результаты, да. А если они будут хуже, что это будет значить? Мы сейчас тоже думаем насчет оценивания, да, сколько будем смотреть на качество языка. Конечно, это качество языка не должно изменить результаты по математике или по истории. Если мы смотрим примерно на историю в средних школах, где тоже сдают разные ученики, там тоже мы там посмотрели, что ученики, которые на меньшинстве в школе учатся, да, очень хорошо сдали экзамены по истории, и там с проблемой с языком им не было. Ну, там, конечно, это выборный экзамен, не сдают все. Но скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что качество языка не будет учитываться при выставлении оценки по математике и по истории. То есть если, ну, скажем, будут какие-то ошибки грамматические, это не повлияет на... Грамматически точно не будет. Да, там, мы можем смотреть на термины, которые используют, да, общий язык, чтобы был на латышском языке, да. Ну, там еще специалисты смотрят, но, и, конечно, учитель будет знать и критерии, как будет оценивать. Ну, вот вы говорите, что не изменились результаты, девятиклассники сдавали на экзамены, но вот многие, ну, как вы сами знаете, в принципе, недовольство высказывают этой реформой, есть какое-то там противостояние, и мнения разные звучат среди аргументов, но в том числе, что предыдущая система, так называемая билингвальная, что она, в принципе, работала, и не было тоже каких-то отличий. То есть она тоже в свое время там, со скрипом как-то была реализована, но она, тем не менее, работала. Как видите причину того, что вот необходимо, причем, опять же, многие считают, что эта реформа была так в попыхах достаточно реализована, когда Карли Шадурский все предложил ее даже в проекте, тогда правительства еще не было в 2017 году, если не ошибаюсь. Причина, вот почему она была нужна, именно языковая? Я думаю, что надо идти дальше. Да. Это билингвальное образование, да, у нее уже долгие лета шли, да. Я думаю, что сейчас мы можем идти дальше и дальше.
на латышском языке, тем более, что очень многие ученики после 9 класса, тем более, приходят на средние школы, разных средних школах. Если мы смотрим на результаты, тогда я могу даже сказать, что если 9 класс закончили, около 4 тысячи сдают латышский экзамен, государственный экзамен, да, тогда уже 12 класс, да, только около 1000 школьников учатся или сдали экзамены на меньшинстве школах. Школах, там остается только 1000. Угу. Да? А что происходит? Значит, 3000, значит, где-то уходят, да. Они где уходят? Они уходят в государственном гимназию, школах, латышских школах, они уходят в техникумы, да. Они все равно должны быть готовы там учиться на латышском языке. Да, я думаю, что... Они не готовы после 9 класса? Они готовы, но у них надо дополнительно доучиться еще языка, да, чтобы успешно могли учиться с латышами вместе. Ну вот как раз этот вопрос многие ставят насчет, ну, называя даже это сегрегацией школ, то есть получается, что есть, ну вот, школы для нацменьшинств особые, а есть государственные школы, ну вот с латышским языком обучения. То есть насколько вы видите в дальнейшем, ну, процент тех детей, вот, которых будут отдавать уже в абсолютно, ну, стандартные вот латышские школы. То есть это произойдет или не произойдет? Или... Я думаю, чтобы что... Чтобы латышские и русские дети учились вместе, ну, и не было никакого деления. Это самое главное от мотивации школьника. Если школьник с высокой мотивацией учиться, да, он, конечно, будет выбрать ту школу, где есть лучшие результаты, и успешно из школы, сама школа проводит учебу. Да. И я думаю, что тогда, если, как сказать, что более и более будет прийти нам на латышскую школу, да, если ученик сам хочет, ну, чтобы у него были лучшие результаты. А вот министерство, опять же, в качестве таких аргументов часто в пользу реформы говорит о том, что эта реформа, в результате этой реформы дети получат равные возможности по выпуску из школы, и плюс такой уже более политический, может быть, аспект, это сплотит общество. Вы с этим согласны? Я думаю, что да, потому что если человек знает больше языков, и вы есть, конечно, больше возможностей, шансы где-то дальше учиться, работать. Да, если только своим одним языком или как еще одним иностранным языком, да, тогда он в Латвии у него, ну, будет трудно, да, трудно учиться дальше, трудно будет и где-то в ВУЗ учиться, да, в своем специальности, где он хочет. Если ученик хочет где-то здесь, в Латвии, дальше работать и учиться, да, он, конечно, должен знать языка. Ну вот, возвращаясь назад немного, значит, наблюдаются все-таки проблемы среди, ну, будем говорить, русскоязычных нас меньшинства, выпускников, учеников со знанием латышского. Значит, эти проблемы есть, потому что частично мы слышим, что все-таки этих проблем нет с экзаменами. Ну, я опять говорю, да, что самое главное – это мотивация. Самое главное – знать языка. Да, если, тот самый насчет учебы. Да, если у ученика есть мотивация учиться, да, его никаких проблем нету. Он находит свой учитель, находит свою школу, да, и без проблем можно учиться. Да. Очень хорошие успехи тоже есть учениками, которые приходят на латышские школы, да, они даже высшие результаты показывают, чем те местные латыши, которые там учатся. А если в целом говорить, ну так, мы понимаем, что разные случаи, в целом? Я думаю, что в целом так же. В порядке? Ну, опять, это мотивация, да. Не, ну обычно экзамены, они для того и есть, чтобы показать какую-то вот там, после этого эти все данные, они анализируются, и получается какая-то вот общая температура, скажем так. Ну, у нас нет такого варианта анализировать, ну, по ученикам, да, потому что мы даже не знаем, но у нас есть только код ученика, да. Ну, школа, вы ведь знаете, на мы знаем языке школу, происходит. Да, а в школе сколько есть, какие ученики учатся, да, мы даже это не видим, да. Пофамильно, да, единственный вариант, да, ну, пофамильно Янис Безнич тоже может быть русский. Не, ну, можно допускать, да, что в школах нас меньшинств, в принципе, будут учиться в основном русскоязычные. Ну, я думаю, что в латышской школе в основном... Ну, в основном, да, ну, в основном, ну, а техникуме примерно, да.
то может быть наполовину, да даже и выше, чем половина. Чаще всего средние школы учитываются. А, ну, общей средней школе, да. Там, ну, я даже знаю классы в государственных гимназиях, да, где 10 латышей и 20 на другом языке говорящих, да, школьников. И эти классы, кстати, интересно, показывают какие результаты, потому что ведь мы сейчас подходим к самому важному. Это ведь, с одной стороны, и интеграция, ну, когда школьники общаются друг с другом, и, может быть, какой-то взаимный обмен культурами, языком и так далее. Ну, там, в этих классах, конечно, там самое главное, сказать, роль классного руководителя. Потому, когда есть, ну, на уроках, то там без проблем, да, а на классных руководителей, когда делают какое-то мероприятие, не в школе, но классные мероприятия, да, там, конечно, они тогда говорят на латышском языке, это опять есть способ изучать языка, тогда они тоже разные мероприятия там смотрят, да, но чтобы, ну, для всей класса было интересно, да. Как вы видите ситуацию с готовностью учителей вот к этой части, ну, раз мы заговорили о переводе школы на госязык, с одной стороны, мы знаем, это факт, что учителей не хватает, в том числе по латышскому языку и в латышских школах, а с другой стороны, если верить Центру госязыка, по крайней мере, агентству госязыка, простите, у учителей в школах нас меньшинств есть проблемы со знаниями латышского языка, вот насколько этих учителей просто элементарно хватит? Нет, ну, учителя вообще нет, не хватает сейчас, да, да, особенно в Риге, да. Учители работают с большой нагрузкой. Это, конечно, проблема, государственная проблема, не только в Риге. Насчет качества языка учителей, да, ну, они все когда-то получили высокий уровень языка, это удостоверение, да. Но при этом они должны перепроверку, я так понимаю, проходить каждый год. Ну, что делать, значит, перепроверка? Как это сделать, да? Ну, конечно, сам учитель, наверное, будет смотреть, он могут, не могут работать дальше, да, с такими способами. Государственное агентство латышского языка очень много делают, да, дают дополнительные курсы для этих учителей, да, чтобы они были готовы. Да. Ну, я знаю, что в Риге особенно очень многие группы есть такие школы. В школах, но вместе, да, после уроков учитель еще учится латышского языка. Ну, то есть это решаемо, вы думаете? Это решаемо. Не возникнет колоссального, ну, дефицита. Ну, я тоже слышал варианты, что учители говорят, да, но если мне надо будет на латышском говорить, тогда я вообще уволюсь, да. Ну, я думаю, что учитель тоже, он должен знать, ну, три языка. Должен в теории, да-да-да, просто как на практике, потому что, да, вы сказали, не хватает учителей, министр озвучила цифру 500 в начале учебного года, это больше, чем в прошлом году, насколько я понимаю, примерно на 150-200. И особенно, как я понимаю, в Латгале, вот в районе Даугавпилса, нехватка тоже наблюдается, плюс учителя стареют активно, и тоже речь идет о том, что через 10 лет нам нужно обновить уже вот половину состава нынешнего. Вот как министерство, ваш центр вот видит решение этой ситуации, которая пока идет только вниз? Нет, это самое главное, я бы сказал, что нам надо повышивать, ну, учителей, как это называется. Зарплата. Ну, зарплата, но не только зарплата. Престиж, да, вот это... Ну, цению пред школу. Ну да, да, уважение. Это уважение, да, да, и престиж, ну, престиж, да, профессии. Престиж, профессии, как это, а как это, да, сделать? Потому что сейчас молодежи работать в школе очень трудно. И я бы сказал, что даже нам помогает, да, родители, которые думают, что они очень хорошо знают, как надо учить, да, ну мы все знаем, как надо в школе работать учителями, да, как родители, сами когда-то в школе учились, да, и тогда мы эксперты сразу, да. И очень много тогда учителей сейчас занимается, да, с работой родителями, учениками, да, тем преподаванием предмета. Но родители всем учителями стать не смогут. Они дома свою работу делают, родительскую, но учителя – это учителя, наверное. Нет, ну, конечно, есть ситуации, да, разных ситуаций, но сколько я слышу от учителей, с которыми я встречаюсь, рабочая группа, да, они говорят, что даже родители, ну, очень много хочет от нас, да, ну, чтобы каждый индивидуальный был, да, в классе, да,
ему такое специально надо сделать, такое замечание, там другому другого замечания, да, и тогда вообще, ну он классно работает, да. Индивидуально это есть, когда недостатки по предмету, да, но если учителям надо заниматься дисциплиной, да, потому что ученики вообще, ну, могут прийти в класс в любом времени, это самые первые уроки, да, особенно в Риге, опоздают. Да, ну, у нас проблемы. Ну, ты же пришел в эту школу, да, ты создаешь нормы нашей школы. Да, ну, все это вот верно, но если, может быть, более конкретно, вот престиж, вы говорите, за счет чего можно его повысить, как вам кажется? Более какие-то, может быть, конкретные шаги есть? Ну, престиж один, это есть, чтобы верили все, да, что учителя делают право. Правильно все в школе, да. Престиж сам учителя могут показывать, да, что он тоже заинтересован результатов учеников. Я думаю, в процессе, не только окончание в школе, да, но в самом процессе, чтобы было. Престиж – это, конечно, зарплаты. Если учитель должен работать в школе, потом еще дорабатывать где-то, да, в разных местах, не только частные уроки, но и других вариантах, да, учитель перегорает, да, и это значит тогда зарплата. Если у нас последнее исследование было, что я слышал, что чтобы жить в Риге нормально, без семьи, надо около 1200 евро. Да, тогда учители, это, да. Учители, высокое образование, ну, да. Да, работают сейчас меньше. Все-таки да. Про конкретные шаги вы как-то не сказали. Я знаю, что министерство предложило новую программу по такому ускоренному обучению учителей. Если у тебя имеется уже высшее образование, ты можешь за год, вы, наверное, знаете, да, программу, которую хотят запустить. Ну, это какое-то конкретное предложение, хотя вот хотелось бы услышать ваше мнение, насколько это тоже адекватно, потому что не получим ли мы непрофессиональных, и сейчас уже вот есть якобы эта проблема, там, низкокомпетентных учителей в том числе, которые, может быть, не успевают уже в ногу со временем, не дигитализируются и так далее. Если мы будем за год учителей по-быстрому выпускать, лишь бы заполнить вот эти вот, ну, пустые места. Ну, ESPM-миссия была одна из вариантов, где, где показывал, да, что могут за год выучиться, да, они уже работают в школе, они просто и показывают хороший результат. Есть, конечно, что нет. Я думаю, что сперва учитель должен знать предмет, которым будут изучать, да, и потом он может стать педагогом. Ну, конечно, я тоже думаю, что педагог – это не только учеба, педагог – это уже по сердцу должен быть. Безусловно. Но да, мотиватором вот, главным все-таки является, деньги, наверное, деньги. Да, да. Ну, не будем тут никого обманывать. Да. Потому что, ну, выучиться педагогом даже за 30 лет, по-моему, не можно. Если у тебя нет таких успехов, такого, ну, делать такую работу, да, за год он могут только этот теоретический материал заучиться, да. И есть результаты хорошие тоже. Вот скажите, вот сказали насчет знания предмета, вот обновляются ли вопросы экзаменов, учитывая то, что все идет вперед, все развивается. Вот учителя, ведь мы все помним прекрасно ситуацию, когда преподавали пожилые женщины, предположим, программирование, что-то. Вот сидят ребята, которые, ну, просто хакеры уже там, они в свои 14 лет, они знают, ну, в 10 раз больше, чем учительница. Вот то, что мир стремительно меняется, и есть какие-то сферы знаний, которые очень быстро, тоже изменяются, то я могу привести свой пример. Я, когда учился в школе, нам рассказывали еще, что вот неандерталец – это предшественник человека. Сейчас понятно, что это вот существовавшие параллельно разные виды, ну, вот был Homo sapiens и неандерталец. Это, ну, вот историческая наука меняется, тоже все меняется. Нет, ну, учитель как врач, он должен учиться каждый день, да? Но для того надо времени. Если учитель только занимается своими уроками, передает, да, потом вечером поздно исправляет контрольные работы, разные работы, да, но он должен тоже, ну, примерно, ну, учитель латышского языка, да, но он же должен пойти в театр, музей. Да, разных музеях, да. Ну, в идеальной жизни, да. Ну, идеальной жизни, да. Вот, ну,
учитель по географии, да, он должен быть никогда, даже, наверное, ситуация, что юноши больше был за границей, чем сам учитель географии, да, но сейчас есть возможность, интернет, да, ты можешь смотреть, да, для этого надо время, да, но все равно я согласен тому, что учитель должен постепенно учиться, больше и больше, да, идти в параллельное время, которое поменяется, да. Учитель, конечно, возможно быть ситуация, что ученики больше будут знать, чем учитель, да, но учитель должен контролировать информацию, которую ученики принесут, да. Учитель, самое главное, что ему надо показывать путь, где искать информацию, да, эта информация правильная, да, вот это просто дать методику ученику, как надо найти информацию. Наденьте наушники, давайте звонок примем. Слушаем вас, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. А вот смотрите, приходит русскоязычный ученик в латышскую школу. Чтобы он там хорошо учился, ему уже нужно объяснять сначала на его родном языке, чтобы он понял предмет. А вот как с учителями в латышских школах, знают они русский в достаточной степени, чтобы объяснить сначала ученику по-русски и помочь перевести его, изучить все это на латышском? Спасибо. Спасибо. Ну, или может достаточно прямо термины давать на латышском? Мне трудно сказать, что все учители точно знают русского языка такого уровня, да. Я думаю, что да. Конечно, ученики не только с учителем говорят, да, они могут с одноклассниками говорить тоже, да. Варианты, шансы есть очень многие, да, как это перейти. Конечно, это будет индивидуальная работа. Во время индивидуальной работы учитель находит с учеником способы, как это сделать. Если ученик принял решение перейти на латышскую школу, значит, он знает языка, чтобы учиться. Да. У нас тоже опять после 9 класса, но, конечно, на среднюю школу не приходят те, которые есть низкие оценки умений на латышском языке. Да. А если, кстати, продолжать про образование, в том числе высшее, затрагивать уже. Вот не так давно в Эстонии выступили с таким прогнозом, я не знаю, ознакомились вы с ним. Представители эстонских вузов сказали, что вот в силу того, что Латвия, судя по всему, отказывается от русскоязычного образования, потому что у нас на высшем уровне тоже, даже в частных вузах, в принципе, запретили на русском преподавать. Они сказали, видимо, к нам сейчас хлынет волна и вот из Латвии русскоязычных студентов и из других стран постсоветских, там, Украина, Грузия, Россия та же, которые могли бы учиться. Вот как вам кажется, это вообще позитивно для нас, правильно ли это, что вот ожидается такой отток наших студентов к северным соседям? Я это, наверное, не могу комментировать, да, потому что высшее образование для меня, очень далеко от меня, который чем занимаюсь днем, да. Если так сказать, Латвии, я тоже не знаю ситуации точно, но как есть это. У нас, я могу сказать единственное, что у нас очень много вузов вообще есть в Латвии, да. 13, да, по-моему? Государственные 13. А, государственные 13. Да, у нас 46, по-моему, угу. 46 вузов, да. Че? Для такой маленькой страны это слишком много, да. Значит, каждый, даже вузы, сколько я слышал, что вузы не хватает студентов, да. Ну, у нас среднюю школу не закончат только сколько у них надо студентов вообще, да. Я по языкам сейчас не могу сказать ситуацию. Скажем так, не если поставить более общий так вопрос, не приведет ли эта реформа к все-таки не только к приобретениям, но и к потерям определенным? Я об этом вопросе пока не думал. Хорошо. Еще одна часть вот этой реформы – это так называемый компетентностный подход, тоже которым вызывает много вопросов у всех. Это вот переход к обучению с акцентом на критическое мышление, с объединением предметов. Здесь, в принципе, тот же вопрос первый – это насколько готовы учителя. Я так понимаю, что будет какой-то переходный период сейчас, да, на протяжении каких-то там нескольких лет. Вот насколько учителя, в принципе, понимают и им как-то это все объяснили вообще? Те школы, где пилотные школы, да, где уже
проводят этот проект, да, как пилотный вариант, да, они там более-менее, я думаю, что готовы перейти, да. Нам самое главное понимать учителями, да, что у нас есть один ученик перед около 13-15 учителей. Да. И ученик не могут прийти, ну, трудно, потому что, да, если в днем есть 8 уроков, каждый разный предметов, да, тогда, конечно, если всех предметов, ну, надо, ну, как-то ученику понимать, что он вообще здесь делает, да, предмет изучается или учится жизнью, да. Ну, мы так учились, в принципе, вот мы в принципе, так смогли, да, как-то выучиться. Ну, единственная ситуация такая, что мы учились только знания. Угу. Ну, мы знаем, да, а почему так есть, да, исследование, да, между, как сказать, в связи между предметами, да, это был программный вопрос, примерно, но если я на латышском языке изучаю как-то времени в литературе, да, я был рад, что тоже уроки по истории, мы тоже то время изучили, да, примерно в начальном веке, да, и если у меня еще такая культурология, да, тогда ведь культурология то тоже время было. Если математика, я проценты решаю, да, значит, тогда это проценты, это и химия есть, и физика есть проценты, да, ну, как-то одновременно, чтобы могут... С предметы объединят, примерно. Ну, там могут предметы объединять, но самое главное, чтобы одновременно было, да. Ну, пример вы можете привести, вот как объединить? Ну, нельзя же там... Я где-то читал, что урок, там, условно говоря, истории или языка с уроком труда. Это можно их соединить? Надо посмотреть вот эту передачу, да, «Учитель истории» на латвийском телевидении. Так. Там очень прекрасно, этот учитель Безнич, да, показывает вот этот вариант, как это все можно сделать, да, и даже история плюс труда. Угу. А скажите, насколько меняется действительно ведь отношение к вот этому, вы говорите, что раньше нужно было учить в основном информацию, вот сейчас ведь возможно любую информацию получить очень просто, ну вот буквально там сразу в интернете. И я очень хорошо помню, что как мы зазубривали еще там в школе, нас заставляли учить даты, когда там вот Люблинская уния была, там какие-то там, ну, события истории, там битвы. Сейчас это все кажется настолько бессмысленно, вот не учит ли школа, может быть, ну вот не отстает ли действительно от того, что она вбивает в головы, там, например, физика, химия, то, что не пригодится затем человеку абсолютно, и это лишние знания просто, на которые он тратит время своей жизни. Да, я думаю так, что на основной школе это очень важно, это основные знания дать, и все равно, чтобы что-то сделать, да, тебе знания какие-то должны быть, да. А потом уже дать побольше и больше, да, это навыки, использовать знания. А мы тоже своим прорывочным работам давно-давно отходили от точных знаний, да, у нас надо использоваться знаниями. Потому тоже я могу сказать, что если ученик понимает, да, зачем, ну, я тоже как учитель латышского языка говорю, да, если ученик понимает, почему этот закон учится, да, тогда, конечно, легче научиться закон, да. Если учитель знает, где этот закон будет использоваться, да, в практике, не только книги, да, но практика, да, тогда ему тоже будет легче понимать, которые знания дать, которые знания точно должны знать, да, и которые могут найти. Примерно по литературе, чтобы сравнивать литературу, да, конечно, это все знания могут найти, но его надо дать навык сравнивать. Нам пишут и звонят. Наденьте наушники, давайте еще примем звонки. Доброе утро. Доброе утро. Судя по голосу, у вас господин Сатлак в студии, да? Ну нет, не Сатлакс, но тоже госцентр образования. Господин Шпула у нас в гостях. Да. Пожалуйста. Ну, чиновник высокого уровня, наверное, да? Ну, специалист по вопросам. У меня такой вопрос. Да. Вот я думал, Сатлак, знаешь, не сначала слушаю. Вот он сказал, что лучший министр был Шадурский, который перевел школы на латышский. Вот господин, который в студии, вот Шадурского, можно вспомнить, Сатлакса, вот если при оккупации вас всех заставили учиться на латышском, вы бы достигли этого уровня сегодня?
вот которую вы достигли в своей карьере. Вы имеете в виду на русском, очевидно, просто. Ну, конечно, вот была оккупация, сейчас демократия. Сейчас демократия. Раньше оккупанты не заставляли, вы стали чиновником. Ну, хорошо, да, все, спасибо. Спасибо. Ну, это, да, это... Ну, вот такой вопрос. Ну, я могу ответить, да? Да, пожалуйста. Я школу закончил в 87-м году. Я жил, ну, сказать, между латышами большинство, да, там очень мало было русскоговорящих. Эти русскоговорящие единственные были, которые в нашем колхозе приехали из Украины. А так, сказать, ну, больше не было, да. Так-то мне этот общество, где я был, я мне только латышское общество, да. В школе мы, конечно, учились русского языка. Я могу сказать, как нам учили русского языка, я не мог научиться русского языка, потому что просто, ну, там, вот там было только просто знание, да, склонение, да, ой, я даже не понял, что это за слово, да, но я должен был склонить, да. Потом на средней школе нам... Мы начали учиться, чтобы сдали справа, ну, от водителей права, да. И нам единственный материал был только на русском языке. Учитель был латыш, но все материалы дополнительные, которые были, да, только на латышском языке. На русском языке. Да. Мы должны были, ну, изучать аутоузбови, да, на русском языке. Ну, конечно, мы, которые не было, мы учили, да, конечно, мы говорили с учителями, да, все. Дальше милитарное образование, только на русском языке. Вот, ну, так мы лучше научились языка, чем уроков языка, русского языка, да. Я сам могу сказать, что русский язык я научился в армии. Я был точно в среде русскоговорящих только. Ну, конечно, там были разные, да, ну, там, значит, я до сих пор считаю, что языка можно научиться, если его использовать. В погружении в среду, да, кстати, вот именно... Пишут нам, хотел бы зачитать вопрос. Доброе утро, мой сын учится в Рижской школе в 8 классе, школа русская, у них в этом году экзамен по истории Латвии и по английскому языку. Этот экзамен решили объединить... И издавать историю Латвии на английском языке. Это нормально? Прокомментируйте. Это школьный экзамен. Наверное, только если в 8 класс, да? 8 класс. 8 класс. Это, наверное, школьный экзамен, да, и если школа, тем более, есть с поклоном английского языка, если у них есть уровень на английском языке хороший, да, если они сейчас уже истории тоже, может быть, на английском, буквально на английском учатся, да. То есть это решение школы, это не централизованное? Это решение школы, конечно. А когда вот примут окончательно этот компетентностный подход, может такое быть на вот централизованном уровне? Мы еще так далеко не смотрели, да. А еще вот в связи с компетентностным подходом такой у меня вопрос. Вот мы сейчас говорим о переходном периоде, да, и с языком, и с компетентностным вот этим вот, с этой историей. Не получится ли, что вот эти вот дети, которые в ближайшие 3 года будут учиться, они получится, что над ними такой эксперимент своеобразно ставят? Потому что учителя сейчас, они в переходном периоде, не совсем готовы. Вот, а учеба-то, она не останавливается, идет вперед, и, ну, то есть дети переходят с одного класса в другой, как вам кажется? Это, конечно, опять есть школа, надо смотреть, да. Я думаю, что очень многие учители уже используют эту стратегию компетенции, да. Чтобы, ну, сказать, если ты хочешь получить хорошие результаты, да, ты уже сам, как учитель, понял, да, что так работать только со знанием, да, примерно с, ну, брать одну книгу, да, и от блошка до блошки учиться, это нельзя, да. Ну, учитель, я думаю, что уже перешли, да, я знаю тоже на очень многих школе, особенно это есть по латышскому языку, да, у нас есть 5 книг. Я сам, как учитель, у меня была одна книга только, да, но я использовался всем 5 книгами, да, потому что искал, где интереснее материал для меня, для учеников, да, где были тексты, да. Мы тоже сейчас проверяем чтение по, ну, родном языке, чтению, да. Первый год учитель нам спросили, а почему есть там история?
это же зачет по латышскому языку, да, или по русскому языку, а там текст, история, да, а мы говорим, а там есть чтение. Ты должен понимать, что ты читаешь. Тем более после шестого класса, если ты хочешь дальше идти учиться в седьмом-восьмом классе, да, где приходят новые предметы, как история, как биология, физика, да, ты не можешь изучать, если ты не умеешь читать с понятием. Да. И я думаю, так, если... и даже теперь так бывает, да, если реферат надо писать, ну зачем писать реферат на латышском языке, какую-то проблему, да, давайте смотрим с коллегами, знаю, что здесь рядом вторая школа, да, они, учителя истории латышского языка, работают вместе. Ученики пишут рефераты по истории, да, а грамматику, тексты поведения проверяет учитель латышского языка, да, uh-huh. И ученик получает 2 оценки, да. Это не надо сдать реформу, да, уже надо работать просто. Хорошо, вот в это время, в конце лета и в начале осени, мы слышим о результатах централизованных экзаменов, в принципе, отчеты, и, как можно судить, результаты там тоже не совсем позитивные, скажем так. Очень много предметов, математика антирекорд поставлен в централизованных экзаменах, а в том числе физики, истории и в латышском языке средний балл ниже 50%. В чем вы видите причину таких результатов? Для общества мне сперва надо сказать, что экзамены уже сделаны, чтобы более-менее мы были на проценту 50 средняя оценка была. Потому что это государственный экзамен, центральный экзамен, он первая цель проверять знания, умения, навыки ученика после среднего школы, как он закончит. А другой путь есть, он это здесь как путевка к вузу. Для вуза у них надо этот верхнюю часть, хорошие результаты, распределить, да, да. По ученики распределить, да, по местами, можно сказать, да. И это значит такая гауссолейкне, да, мы так делаем работы, mm-hmm. да. Это 50% около, mm-hmm. да. Да. Конечно, мы делаем чтобы... задание так, чтобы там, ну, все, ну, должны что-то сделать, конечно, да. И есть, конечно, задания, которые не все могут сделать. Это уже принцип, уже как делаем экзамен. Эти 2-3%, которые там меняются каждый год по экзаменам, да, это статистическая ошибка есть просто, да, это нормально. Если там вот процент один туда, один туда, но это не надо сказать, что ученики слабее стали, да. В этом году нам получается, что по иностранным языкам результаты выше, по математике латышский язык, да, латышский язык ниже. Хуже, да, но мы все эти годы, около 2012 года, да, у нас средняя оценка есть, это около 50%, 48-52%. Так, ну, я могу сказать, что результаты хуже, да. Есть, конечно, там по ситуации, можно сказать, но это мы делаем как методику, да, и говорим учителям, что еще надо сделать успешно. Если смотрим на результат физики, на физике это выборный экзамен, его сдают около 1000, немножко больше, да. В этом году очень много сдали те ученики, которые учатся в техникумах. Практическое училище, да, они понизили результаты. Ну, конечно, там опять есть сколько уроков каждая школа учится, да, потом вот этот новый стандарт, новые компетенции, мы будем делать 2 вида экзамена, да. Если смотрим на математике у нас есть такая проблема, что наши специалисты уже говорят, да, где-то проблема начинается с основной школы. И даже по результатам видим, что иногда ученики не могут решить как-то вопросы, да. Там, конечно, надо смотреть с методиком работать, да. Очень много еще надо заниматься учителями, да. И найти это место, слабое место, где этот период, когда сломается ученик.
Но сейчас по новой стандарту, когда смотрят, да, специалисты говорят, что они смотрят с первого класса, да, до 12 класса, да, чтобы был, что, ну, переступено был, ну, шаг за шагом, шел дальше, да. Там, вот, ну, основная школа, есть какая-то проблема. В общем, мы тоже думаем, что сейчас мы смотрим больше на 12 класс, но у нас будет вариант, что мы будем больше заниматься с основной школы, да, чтобы там повышли результаты. Пока у нас нет точной даты, что там творится в этой школе, потому что у нас есть диагностика. Диагностику мы не пересматриваем, да, там для этого вся информация остается в школах. Да. 9 класс... Если мы посмотрим по результатам, да, тогда мы видим, что в 9 классе результаты очень разные. И сейчас школы, управы района принимают решение оценивать 9 класс в управе. В Риге так и есть, Лепае так было, Дубле так и есть. Да. Они там, тогда можно верить результатами. Последний вопрос, коротко, просто нам нужно перекинуть. Мы в интерактиве как раз об этом будем говорить. Вот по поводу централизованных экзаменов. Инна Друй, это бывший министр, высказал такое мнение, что централизованные экзамены вообще нужно как-то пересмотреть, потому что у нас бывает так, что при приеме на химический факультет, например, очень сильно влияет знание английского, результаты централизованного экзамена, вы понимаете, да? То есть их нужно пересмотреть, может быть, их сделать при поступлении, а не при выпуске из школы. Вот и коротко, если можно, как вам кажется? Мы уже начали говорить, что в ВУЗе надо тоже пересматривать, какие ученики принимают, ну, студенты как будет, рефлектанты какие будут, да. Там вопрос может быть такой, что не надо было все учеников принимать в ВУЗе, да. Если он не могут хорошо закончить школу, да, тогда, ну, я думаю, что он тоже не будет хорошо учиться в ВУЗе. Там был еще тоже вопрос такой, что, ну, ученик примерно там биологии не изучает в школе, да, нет примерно такого, да, но он все равно могут сдать экзамен. Если у него результат не понравится, он через год, любое время могут этот экзамен пересдать, да. Но самое главное, чтобы вообще ВУЗы приняли те, которые могут учиться. РТУ, технический университет, да, они принимают тоже, да, думают, что там в первом курсе будет догнать этот умение, да, не получается. Спасибо большое. Да, Каспар Шпулы был у нас сегодня в утре.